Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки бюджетной, но в то же время качественной блесне от компании Герман. Моделька у нас идет под номером 8118 из серии Универсал. Длину имеет 7 сантиметров, вес составляет 16 грамм и расцветка в данном случае А010. Поставляется блесенка на такой вот картонной упаковочке. На упаковке присутствует информация о том, что колебалка оснащена крючком от компании Мустад, что довольно-таки отлично при данной стоимости блесны. Блесна у нас удлиненная, имеет не широкое тело, узенькая блесенка у нас. Сбоку, если смотреть на блесну, имеет S-образный изгиб. На блесне также присутствует продольная вогнутость, не очень так средне выражена, неявная. То есть. Лицевая часть блесны в данной расцветке имеет окраску белый бок, зеленая спинка и розовая брюшка. Ну, можно наоборот, спинка розовая, зеленая брюшка. Это, в принципе, как повернуть. Внутренняя часть блесны имеет серебристый отлив. Также на внутренней части присутствует гравировка в виде логотипа Герман и указан вес 16 грамм, что довольно-таки полезно, на мой взгляд. Данная колебалочка оснащена двумя довольно-таки крепкими заводными кольцами. У колечек проволока толстая и виток довольно-таки плотный. Здесь без нареканий. Также установлена имитация плавника, выполнена из прозрачного розового пластика. Тройной крючок довольно мощный, отлично здесь подходит по размеру, на длинной ножке, имеющей желто-коричневое покрытие. Также крючок у нас очень острый, нареканий абсолютно не вызывает никаких. Колебалочка у нас имеет отличные полетные характеристики, как в безветренную погоду, так и в ветер летит она довольно-таки стабильно. После приводнения блесенка имеет эффектное осыпание, на проводке блесна не сильно амплитудная, но довольно-таки активная у данной колебалочки. Подойдет она для применения на водоемах со стоячей водой, так же подойдет для применения на водоемах с течением. Подойдет она для ловли щуки, судака, крупного белого хищника, ну и в прилове может, конечно же, попадаться окунь. Данную колебалочку можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34». Который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.